я там предложил Следственному комитету квалифицировать эту статью 286. Не настаиваю, может быть, они найдут что-нибудь другое. Хотя что-то мне подсказывает, что вряд ли. Это вот очень простая такая, всем понятная, надеюсь, плоскость, да, ну вот, все совершенно очевидно. Должностное лицо высокопоставленное, нарушено российские законы, призвано к совершению насильственных. А вы скажите, как с ними бороться по-другому? Пожалуйста, присядьте. Я потом с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Можно? Я считаю, что мы продолжим наш разговор. Мы, безусловно, продолжим.